смотровая площадка у слияния рек Чуя и Катун. Открывается потрясающий вид на реки. Легкодоступна для любого вида транспорта. Находится недалеко от Чуйской трассы. Две величественные реки, две святыни Горного Алтая, Чуя и Катун, они должны были обязательно встретиться, и это произошло именно здесь. Место слияния этих рек с древних времен является святым и почитаемым местом на Алтае. Данное место даже получило свое собственное имя – Чуйозы, что в переводе с алтайского – устье реки Чуя. К этому месту еще с древних времен тянуло людей, величественные реки вдохновляли и очаровывали. В округе сохранилось множество археологических достопримечательностей. Это и сам парк Чуйозы, и урочище Калбакташ, и Бичик-Тукая, а также множество курганов с балбалами и оленные камни.